День территориальных общественных самоуправлений по праву можно считать народным гулянием. В зале десятки активистов. На праздник они приехали не с пустыми руками. На импровизированных стендах все, что душе угодно. Вязаные крючком подушки, плетеные из лозы корзинки, игрушки, а еще национальные костюмы и витраж. Они родом из Майнского района. ТОС «Уржумская» молодой, организован 2 года назад. А уже успел выиграть 4 гранта. Один из них областной. Мы разные, но мы вместе. И этим Россия сильна. И вот в рамках этого проекта мы заказывали национальные костюмы. Детские костюмы для детей в школу и взрослые костюмы. Был у нас шикарный фестиваль. В этом году мы такой же выиграли грант. Только тогда давайте устроим большой хоровод. Были и президентские гранты. Они хорошее подспорье в развитии территориальных общественных самоуправлений. За минувший год сразу 23 ТОСа Ульяновской области стали победителями в подобных проектах. Как отметил глава ассоциации Владимир Сидоров, это рекордный показатель по всей России. Буквально совсем недавно, 30 числа, был съезд общенациональной ассоциации ТОС. Все регионы говорили об Ульяновске, о нашей практике. То, что у нас вот фестиваль чистой территории, то, что у нас фестиваль культуры Поволжья, то, что как мы активно участвовали в конкурсной деятельности. Своими достижениями активисты поделились и с главой региона. Подарили главному гостю памятные подарки. Отныне у Алексея Русских есть талисман на счастье из Кузоватовского района. Чуть ранее он стал символом фольклорного праздника. Вы позволите подарить вам на счастье? Давай. Да, Лилё на счастье. Алексей Русских тоже не остался в долгу. Наградил благодарственными письмами представители лучших объединений. Открытый диалог между властью и народом, пожалуй, ключевой пункт в развитии области. Губернатор поручил приглашать представителей ТОС на встречи с жителями, которые он проводит во время поездок в районы. Успехи ульяновских ТОСов очевидны. И они становятся базой для перехода на новую ступень развития. От количества к качеству. Наполнению движения ТОСов Ульяновской области новым смыслом, новым содержанием. Очень отрадно в этом зале сегодня видеть очень много, большое количество знакомых лиц, тех людей, с кем вместе мы развиваем наш любимый город. На этом праздники не заканчиваются. Сразу следом ассоциация ТОС Ульяновской области отметила свой день рождения. Но уже в домашней обстановке. 6 лет назад в регионе было всего 32 территориальных общественных объединения. Сегодня 400, 200 из которых в сельской местности. Александра Никитина и Даниил Сурков. УПРАВДА ТВ.